Авиашоу пройдет в Тамбове 18-й раз. В этом году организаторы обещают увеличение авиатехники. Чтобы зрителям было интересно, представление будет динамичным. На показательные выступления отведено не более 10 минут. Программа праздника уже подготовлена, и организаторы готовы рассказать об участниках показательных полетов. Три Ту-95-х «Русские медведи». Затем заправка в воздухе из самолета Ил-78 в Ту-95. А затем флагманы пройдут, ракетоносцы, Ту-160 и 2 «Белые лебеди». Самое мощное авиационное оружие, которое в мире вообще есть, и оно у нас состоит на вооружении. Также жители города и области увидят парашютные прыжки и парад кадетов, в котором примут участие молодые люди из 24 регионов нашей страны. Высший пилотаж продемонстрируют специальные гости – «Соколы России» из Липецкого авиацентра. Авиашоу пройдет 25 мая на аэродроме бывшего летного училища. Начало 8:00, вход свободный.